всем привет! Ну чего, сегодня я все-таки решил в Красногорск мотануться. Погода хорошая, ну ветерок, а так, в принципе, все очень хорошо. И не просто в Красногорск поехать, тупо покататься, да? Перебраться в Красногорск Митин. Ну как бы стандартно там парки. А потом прокатиться по набережной. Пока план такой, не знаю, переберусь ли я через Волоколамку. Будет ли там вообще переход. Так, по идее, да, должно быть. Посмотрим. Так что пока едем. Это Павшинский мост. Мы сейчас по нему поедем. Это Красногорск. И набережная. По этой набережной тоже прокатимся. Ну, по-любому прокатимся. И дальше туда Красногорск идет вглубь. Чуть левее от меня туда. Там у нас Павшин. В общем, едем. Ну, в общем, мы подъезжаем. Заберемся на Павшинский мост. Дальше буду думать, как мне лучше проехать, чтобы найти все же переход и перейти на другую сторону Волоколамки. Подъемчик здесь на самом деле крутой. Так что после него полюбас будет перекур. Странно, велодорожку вообще посередине сделали. Если это вообще можно еще назвать велодорожкой. Забрался. Ну, а пока вот переход. Буду смотреть, как чего. Так, ну, в общем, что, я уже, короче, в Красногорске. Катаюсь тут, блин, по дворам тупо, чтобы доехать до Волоколамки. Но там сказали, есть переход, будем переходить.
ладно, короче, прокатимся пока по Красногорску. Я надеюсь, как-то выйдем в Волоколамки и переведем все это мероприятие. Тут лошадь-то, блин, понаставили. Ну да, населенность густая. Теперь как все это дело переходить, вот это уже вопрос в другом. Сейчас буду переход искать. Либо подземный, либо надземный. Что-то в этом роде. Я надеюсь, я здесь не очень сильно мешаюсь. В общем, можно смотреть. Все, вон он, переход. Я же говорю, что что-то должно быть. По карте было отмечено. Не может быть просто так, тем более в карте Яндекс. Так что перебираемся на ту сторону. Дружненько. С удобствами. Спокойненько можно заехать в данный момент на Свердловск. Я надеюсь, так же съедем. Так, ну отлично, переехал-то я переехал. Но там у нас еще одно препятствие. Это МЦД. Ну ладно, едем. Там видно будет. Очень большая эта покатушка обойдется. Не от дома до Строгино только 5,5 километров. Плюс прокатиться здесь. Ну ладно, что делать, боксов. Сегодня пока время есть. Сейчас пойдем. Ну, на Хабино мы пока не поедем. В следующий раз. Еще надо искать переход.
что, едем. Подъемчик, ну что делать? Что делать? Здесь я еще, честно говоря, не был. В основном только в той части. Так что я еду первый раз. Торговый центр «Июнь». Прикольное название. Заправку нам не надо. В общем, короче, плюнул я на все это дело. Объясню почему. Там везде ремонты проходят. Там толпище народу. В общем, ну неинтересно. Это я там с ними не проеду, а идти буду. Неинтересно. В общем, перебираюсь обратно на ту сторону и прокатимся по набережной. Короче, так, первая неудачная покатушка, скажем так. Выехал я, короче, оттуда, нихер там делать, одни ремонты. Едем на набережную. Сейчас дворами проскочу. До Митинского парка мы там здесь все равно никак не доберемся. Честно говоря, последний раз я там был 3 года назад. Но это надо через само Митино уже ехать. Очень неудобно. Блять, одна сторонка, что ли, нет, твою мать. Так, ну чего. Так, ну я оттуда выехал уже. Сейчас я здесь прокачусь. И начнем как раз с набережной. Надо же, сегодня будем машину. Что произошло в Красноярске? Прямо не видите. Паркуются они 5 баллов. Никому не мешает.
25 так держим, едем. Вообще 20. Ну, понятно. Мягкий. Приятно было по нему проехаться. Вообще-то по правилам он должен был меня пропустить, но собственно он это и сделал. Так, теперь надо где-то спуск найти и спуститься. Так, ну я выехал. Сейчас к набережной спустимся. Ну и прокатимся. Кстати, впереди в камеру попадает. Это администрация Красногорска. Вот это вот здание. Ну, для тех, кто не знает. Так, ну вот она набережная. Я сейчас отдохну, потом мы с вами поедем дальше. Так, ну я уже по набережной катаюсь и еду. Ну что, давайте, наверное, поступим стандарт. Я буду ехать. Вам поставлю музыку.
все на этом. Я потихоньку собираюсь домой. Такой неудачный выпуск. Может, и нормально, не знаю. В общем, всем пока. И до следующих катушек.